Я всех приветствую на своем канале. К нам потихоньку приходит весна. С каждым днем все теплее и теплее. Рыбка уже готовится к нересту, и поэтому, пока есть возможность, нужно ее ловить. На улице, конечно, тепло, но сильный ветер. Я решил не ехать на большую речку, а приехал на малую речушку в надежде поймать щучку. Я приобрел новый спиннинг и, конечно, охота его разловить. Даже не просто спиннинг сменил, а полностью лайтовый набор. Спиннинг Favorite Light Bird от 4 до 14 грамм в росте 2,19. Катушечка Robby и тоненький шнурочек. Рыбачить сегодня буду на маленькие веса и на маленькие приманки. Проверю свои старые наработанные точки. И возможен вариант, что куда-то переедем. Спиннинг такой приятный, легенький. Классно. Лучше, по крайней мере, за тот, что был. Видите, 6 грамм отрабатывает четко. Видели, друзья, сход, удар и сход. Щука, по-моему, была, или окунь. А ну-ка посмотрим. Не, щучьих зубов нет, значит, был окунь. Окунек. Это уже результат, хотя бы поклевку увидел. А вот, друзья, есть первая рыбка. Садила так красиво. Щупачок. Щупчик. Маленькая, но удаленькая. Все, спиннинг разловлен. Зацепилась хорошо. Так, подруга. Давай, иди. Ускакала. Опа. Поклевка такая яркая на эту палочку. Вообще кайф. А вот, друзья, еще одна рыбка. Такой же щупачок, даже чуть поменьше. Щупачок. Давай, подружка, беги. Спасибо за поклевку. Пробую также на волочение, но все поклевки, три, были на джиг. Еще буквально 5-10 забросов и будем переходить. Сильно не хочу мучить ямочки и рыбу. Та щучка, которая хотела клюнуть, уже клюнула.
рыбы на ямке стоит очень много, и постоянно путаю поклевку и то, что белая проходит по шнуру. О, видите, опять прошла рыбка. Я подумал, что это поклевка. Плотвы, красноперки полно здесь. Нужно переходить, а то что-то я застоялся. Оно так всегда. Заработаешь одну-две поклевки и не замечаешь, как время летит. Если бы еще времени было побольше, то да, можно стоять, там приманочки перебирать. А времени мало. И я хочу еще проверить пару ямочек хотя бы. Я раньше пропускал эту ямочку. А место здесь как раз щучье. Видите, так вот коряшки посредине лежат. По ту сторону нависшие деревья. Омуток, водичку крутит. Щука любит такие места. Ну, проверим сейчас, посмотрим. Буквально там 5-10 забросов, не больше. О, что это было? Поклевка, что ли? По-моему, поклевка была. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Щучьих зубов нету. Ну, что-то очень даже похоже на поклевку. Ненятная, но вроде бы поклевка. Тишина. Больше поклевок нет. Ну, если бы щучка была, она бы себя показала. Следующая ямочка такая довольно не мелкая. Хотя и прошлые разы здесь поклевок не было, все равно нужно проверять. Это же рыба. Она постоянно перемещается. Сейчас быстренько обловим, проверим, что здесь и как. Был, друзья, только что сход. Посмотрите, что случилось с приманкой. Видать, щучка была. Поклевка такая четкая, жадная прям. Вообще. Поставлю такую толстенькую приманочку. Низ розовый, а верх фиолете. Сетник, конечно, маловатый. Но если щучка клюнет жадно, то должна бы засесться. На крупный силикон не хочет клевать щучка, но на сравнительно крупный. Вообще, сколько смотрел по ютубу видосы, все говорят, что сейчас щучку нужно ловить на маленькие приманки. Мол, щучка икряная, и крупный силикон ей тяжело
проглотить. Я не знаю, как к этому относиться. Это все зависит от настроения щучки. Если она голодная, то ей пофиг, какой силикон. Спиннинг по сравнению с предыдущим вообще сказка. Да что даже сравнивать? Небо и земля. Что на поклевке, что по удобству. Спиннингом доволен. Полчаса побросал на этой ямке. В этот раз хотя бы одна поклевочка. Щучка была небольшая и сошла. Еще пока есть время проверить одну-две ямочки. Сейчас как-то нужно выбраться с этих корях. О, на тебе еще. А я думаю, что это было, или поклевка, или зацеп. Все-таки была поклевка. Такая невнятная, очень-очень слабенькая. Опять откушенный хвост. Сил уже нету с этими маленькими щучками. Постоянно откусывают хвосты. Я здесь такие кусты залез, что еле-еле бросаю. О, есть рыбка. На этом же месте, где была поклевка. Ха. Совсем маленькая щучка. О, убегай, убегай. Все. Давай, отходи. О, побежала. Так, это уже лучше. Вот это такие щучки и откусывают хвосты. И сходят. Здесь уже по-любому должна быть щучка. Но не факт, что она клюнет. Посмотрим. Время летит быстро, как будто вот только приехал, а здесь уже бац, и приходится заканчивать рыбалочку. Ну так всегда, когда еще есть поклевки, то вообще время пролетает секундой. Я сегодня вообще ехал почувствовать спиннинг, а если повезет, разловить. И то, что я хотел получить, то я и получил. Заработал около десятка поклевок. Поймал 3 щучки, правда размер маленький, но ничего, жадные поклевки, сам факт поимки, приятно, приятно, конечно. Ну ладно, всем пока, подписывайтесь на канал, увидимся.